В Бердянске убит замглавы военно-гражданской администрации по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую избирательную комиссию по проведению референдума. По данным властей, этот теракт совершен в микрорайоне Колония. Сейчас на месте преступления работают силовики. Напомним, что Бердянск является городом подшефным Тверской области, и там в командировке побывал и главный редактор нашего телеканала Дмитрий Нечаев. В ходе своей командировки Бердянск близко был знаком, познакомились с Олегом Бойко, замечательный, веселый, жизнерадостный человек. Вот если честно, то он, наверное, всей администрации, временной гражданской администрации, наверное, самый позитивный, самый оптимистичный такой был. Поэтому, конечно, так вот не вяжется то, что вот с ним такое произошло, просто не верится в это. Убит подло, убит предательски. Ну и, конечно, светлая память ему, и, конечно, я уверен, что те, кто это сделал, конечно, обязательно понесут наказание, конечно, они будут найдены и по всей строгости закона ответят за это.